За счет чего сегодня, как вам кажется, хозяева добились победы? Чего не хватило вашей команде? Ну, хозяева реализовали два момента, а мы, к сожалению, не реализовали. Такой футбол. Кто реализует, тот выигрывает. Готовясь к матчу с «Факелом М», вы, наверное, смотрели его весенние матчи? Да, конечно, обязательно. То есть, очень хорошее впечатление команда оставила и показала. Да. То есть, хочу поздравить команду и тренера. Да. Очень квалифицированная, хорошая игра.